Борцы с огненной стихией также делают большой упор на профилактику пожарной безопасности среди самых маленьких новорингойцев. Сотрудники третьего отряда и кадеты средней школы номер 8 побывали в гостях у воспитанников детского сада «Журавушка». Они в форме спектакля напомнили малышам, чем опасны игры со спичками. В мероприятии также принял участие отряд юных пожарных и спасателей. Это воспитанники другого детского сада, которые уже знакомы с азами пожарной безопасности. Мария Федорчук с подробностями. Срочно проезжайте. Мы горим, у нас пожар. Молодец, умничка. Вовремя прибывший пожарный помог малышам потушить пламя. Несмотря на то, что воспитанники «Журавушки» совсем маленькие, они уже понимают, какую опасность несет огонь. Обучать детей элементарным правилам необходимо с малых лет, уверены сотрудники группы профилактики пожаров. Детям технику пожарной безопасности знать необходимо, тем более, чем раньше мы начинаем их этому учить, тем, конечно же, лучше. На самом деле, польза от этого большая есть, и знания они действительно получают. Это показывают, мы часто проводим с ними игры, соревнования, и видно, что ребята действительно знают правила и смогут, если что, воспользоваться ими, применить их при необходимости. Участники клуба «Бравый пожарный» признаются, играют в спектакли совсем недавно. Сценарий писали сами, готовились долго. Второй раз мы были в садике «Родничок» и там участвовали. Месяц репетировали, придумывали, надумали. В мероприятии также участвует отряд юных пожарных и спасателей. Это младшая группа, которую обучают правилам безопасного обращения с огнем. Педагоги рассказывают, сотрудники группы профилактики пожаров каждый месяц проверяют знания малышей. Спектакль от клуба «Бравый пожарный» стал приятной неожиданностью. То мероприятие, которое сегодня проходило, это впервые. То есть вот это вот у нас вместе с детьми старшего возраста, с клуба «Юные пожарные», мы вот впервые с ними, вот сотрудничество у нас такое. Но думаю, что в дальнейшем такого рода мероприятия у нас будут проходить чаще. Польза от этого мероприятия очень большая. Детям нравится. Меня научили не трогать спички, я не трогаю. Я когда был маленький, я этого не знал. После спектакля воспитанникам детского сада раздали памятки с информацией, как вести себя в экстренной ситуации. Поскольку малыши еще не умеют читать, все изложено в картинках. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».